Друзья, всем привет! У нас на носу праздник 23 февраля, и я покажу, как будет выглядеть аромабокс для наших мужчин, из чего он будет состоять. Первое, это, конечно же, он будет красиво оформлен. Это будет либо подарочная коробка, либо же это будет вот такой фирменный бархатный мешочек. Вы можете мне сами написать, какое оформление вам удобнее. Либо это коробка, либо это мешочек. Если же никаких комментариев не будет, то мы оформляем уже на свой взгляд. Дальше. В коробке это будут атомайзеры. У меня здесь аромабокс по 5 мл. Вот такие атомайзеры в металлических кейсах. Они все обязательно подписаны. Если же это будут 2 мл, то вот такие будут флакончики стеклянные. И коробочка поменьше. Теперь расскажу про ароматы, которые войдут в мужской аромабокс к 23 февралю. Это новинка от Lalique, аромат 2023 года. Это прекрасный мужской аромат, он свежий, еле сладкий, с шафраном, много замшевый и с таким легким металлическим послевкусие. Очень красиво собранный, ничего лишнего. А второй аромат это Франк Букле Озон. Этот аромат напоминает мне морозный свежий воздух, такой чистый, колкий, прекрасно звучит на мужчинах и очень шлифит. Прекрасный Альфред Данхил Айкон. В нем прекрасно сочетается свежесть нероли и бергамота, но при этом сердце аромата состоит из прекрасных пряностей кардамон, черный перец и лаванда. База аромата состоит из аккорда кожи, ветивера и уда. Здесь у меня Armaf Club de Nuit Intense Man. Это прекраснейший двойник легендарного Creed Aventus. Обязательно должен быть в арсенале каждого мужчины. И Montblanc Legend Red. Это классика мужской парфюмерии. Он и освежающий, и древесный, и пряный одновременно. Любой мужчина будет в восторге от этого аромата. Цена на аромабокс написана под постом. Обязательно успей заказать к 23 февраля для своего мужчины.